17 апреля отмечается Всемирный день гемофилии. Это редкое наследственное заболевание, связанное с нарушением процесса свертывания крови. В центральной поликлинике рассказали о профилактике этого заболевания. Как рассказали врачи, гемофилия возникает чаще всего из-за мутации гена и болеют ей чаще всего мужчины. Женщины же являются преимущественно носителями, но это заболевание они могут передать своим детям. Основные симптомы этого заболевания – это повышенная кровоточивость с первых месяцев в жизни, спонтанные кровоизлияния и появление гематом на теле. Для того, чтобы избежать вот таких состояний, надо остерегаться, во-первых, травмы порезов, ну и при использовании, и аккуратно использовать такие препараты, как аспирин и нестероидно-противовоспалительные препараты, которые способны увеличивать вот этот риск кровотечения.